Добрый день любителям декупажа и зрителям моего канала. Сегодня я хочу вам показать по вашим просьбам, как делается декупаж на прозрачном стекле. Для этого нам понадобятся салфетки, чтобы они были такого легкого мотива, как здесь. Или, например, я воспользуюсь вот такими розочками. Для чего используется такой декупаж? Чтобы из нашего бокала или фужера сделать вот такой светильник чтобы видно было свечки или гирлянда, как у меня здесь. Как и всегда, во всех декупажах я подготавливаю мотив, который мне понадобится. Я вырываю из салфетки, можно вырезать ту часть, которую я хотела бы приклеить на мой фужер. Фужер тщательно обрабатываем например, средством для снятия лака или спиртом, можно ацетоном. Что у вас есть, чтобы фужер был чистый, блестящий, обезжиренный. Итак, еще нужно, кроме наших салфеточек, конечно, декупажный клей, который называется ПВА, которым мы всегда пользуемся. Или, например, прозрачный лак. Вот такой вот. Итак, приступим, девочки. Я взяла удобную среднюю кисть и вот немножко клеем. Как в предыдущих видео мы делали декупаж, обычно мы красим белой красочкой, чтобы мотив было видно. В этот раз мы ничего не красим, просто прикладываем на фужер наш мотив и начинаем, как всегда, с середины проводить, берем немного клея и с середины, немножко растягивая кисточкой, мы делаем вот такие движения, да, разглаживающие. Хорошенько, не бойтесь надавить, но когда салфетка уже влажная, давить уже кисточкой нельзя, потому что можно порвать салфеточку. Вот пока она сухая, это еще возможно. Она хорошо растягивается. И вот такими движениями наносим интенсивно клей или лак, чем вы пользуетесь, девочки. Вот, получается вот так. И продолжаем клеить по всему фужеру. Причем, мои дорогие, клеим мы вот немножко не рядом, не близко друг к другу, а в разных местах мотивы. Вы видите, что фужер, и с той стороны тоже видно наш рисунок, потому что есть просветы. Нам просветы нужны, чтобы свечка была видна, когда она зажженная. Декупаж делается очень быстро и очень просто, сможет справиться любая женщина. Главное посмотреть внимательно и быстро-быстро наклеивается салфетка ничего особенного, ничего страшного в этом нету. Так что вы видите, как быстро это происходит. Ну, и также на ножки. На ножки можно приклеить как зеленый мотив. Ну, также и наши розочки тоже, да? Получается вот так. Вы меня часто спрашиваете, как долго стохнет все это? Можно посушить быстро феном, что сейчас я и сделаю. Сушим феном, девочки, на средней мощности. Сильно не нужно включать фен, чтобы он был не горячим, чуть тепленьким. Клей просох и теперь можно покрыть сверху лаком или тем же декупажным клеем или клеем ПВА сверху, только не, далеко не заходя на стекло, чтобы оно оставалось прозрачным и чистым. Только те места, где у нас наклеен мотив. Итак, декупаж готов, осталось проверить, как же выглядит наше изделие. Вовнутрь вставляем свечу, зажигаем. И наш подсвечник выглядит вот так. В темноте, конечно, красивее. Можно поставить на батарейках свечку, но можно оставить и так. Очень красиво. Очень красиво, нежно получается. Ну, особенно, как я сказала, вот когда гирлянда внутри. Просто вообще волшебно. Ну и ночью тоже красиво, загадочно, с бликами. Наш подсвечник готов. Можно сделать, конечно, из баночек такое или из каких-то фужеров, как у меня. Какая посуда у вас есть? Итак, вы сегодня смотрели мастер-класс декупаж на стекле. Как я уже сказала, салфетки должны быть обязательно нежные, такие полупрозрачные. Из темных будет выглядеть грубо. Ну и видно будет, что салфетка она приклеена. Итак, если вам понравилось, заходите еще. Мы с вами поработаем. Ну а на сегодня все вам. Хорошего денька еще. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всего вам хорошего. Пока-пока.